В музыкальном театре накануне состоялся гала-концерт, посвященный Сагалгану 2015. Яркие номера представили лауреаты и дипломанты международных конкурсов и фестивалей из Усть-Ордынского округа и Республики Бурятия. Во втором отделении концерта выступили оперные певцы и поп-звезды бурятской эстрады. Билеты были раскуплены еще месяц назад. На итоговое представление пришли ветераны труда, почетные жители, общественники и активисты. Все, кто несет бурятскую культуру в массы и сохраняет национальные традиции. С большим волнением и радостью мы ждали этот прекрасный концерт. Мы ждем его каждый год, когда завершается праздник Белого месяца. Здесь выступают наши дети, это будущие таланты, наши ансамбли. Фольклорные коллективы нашего округа – это наши звезды, которые нас радуют. Концерт длился 3,5 часа.